Этот двор расположен по улице Ленина. Здесь сняли крышки с 6 люков. Чтобы люди в них не упали, местные жители накрыли ямы подручными средствами. А это площадь Гребениченко. Здесь украли 11 дисков. Крышки могли сдать на металлолом, считают местные жители. Теперь люди беспокоятся о своей безопасности. Детей мы боимся выпускать сами, потому что они выскакивают, оно же открыто. И все, и детеж откуда знает, что там яма? Много маленьких детей. Ну и как вот это, что, на привязи держать? Последствия будут плачевными, я думаю, так. Это как минимум травмы такие, увечья, ну что, переломы. В основном украли чугунные крышки, рассказывает в водоканале. 43 диска сняли с канализационных колодцев, еще 3 с водопроводных. 18 люков коммунальщики уже накрыли запасными крышками. Чтобы избежать несчастных случаев, на остальные колодцы кладут доски и другие подручные средства. Но ущербы подсчитываются, потому что это ущерб бухгалтерии. Надо же узнать количество, точное количество крышек, какая степень их износа. Вот, значит, железобетонная крышка, ну, ихняя сумма в пределах может быть от 120 до 160 гривен. Колодцы, крышки, которые там с обечайками пластиковые, они стоят уже от 450 до 550 гривен. Крышки заказали, по факту их поступления накроем остальные. Местные жители написали заявление в милицию. По данному факту правоохранители проводят проверку. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса. Это кража. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению личности правонарушителей и установлению местонахождения похищенного имущества. В том числе проверяются точки металлоприема. Если злоумышленников найдут, им грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание – 3 года тюрьмы. Евгения Алдошина, Антон Шульга, «Панорама».